танцуете? Вы должны были обсуждать идеи для речи мэра на параде. Она должна запомниться. Мы ее и обсуждали. Но потом началась танцевальная вечеринка. У нас всегда так. Ребята, это очень важно. Том новый мэр. Его выступление на параде может стать судьбоносным. Вам повезло, я придумал пару фраз, которые порадуют публику. Наша цикличная динамика. Бен, это же так скучно. Скучно? Это же отчет о положении в городе. Ты же мэр. Ты там что, танцевать собрался? О, точно. Зажигательный танец мэра. Да, спасибо. Классная идея, Бен! Нет, наоборот. Да, Бен, мы воспринимаем все буквально. Я чувствую ритм. Ладно, это весело, но давайте вернемся к делу. О, да, я вернусь к делу. Ой, коленка. Бен, что ты наделал? Как я теперь станцую танец мэра? Эй, он не виноват. Он не знал, что его идея так опасна. Моя идея не опасна. Вы просто не слушаете. Да, мы слушаем. Том. Бен. Анжела. Джинджер. Хэнк. Говорящий Том и друзья. Очень жаль, что ты поранил ногу, но у меня много идей. Идей, как вылечить мою ногу? Нет, как решить коммуникационный конфликт, который к этому привел. Какой еще конфликт? Мы не понимаем друг друга, потому что я умный, а вы не совсем. Поэтому я создал мозговерт. И что делает эта штука? Пожалуйста, опишите функционал этого девайса. Он превращает примитивные слова в потрясающе умную речь Бена. Бен, проблема вовсе не в нашей речи, а в твоей. В каком это смысле? Прости, скажу еще раз. Проблема вовсе не в нашей речи, Бен, а в твоей. Корень зла не в нашем словарном запасе, а в твоей неспособности адекватно выражаться. Вот видишь, эта штука работает. Интеллектуальные беседы время от времени совсем не помешают. Когда ты по адресу, Бензен? Я знаю, Ксенончик, но я хотел бы вести их со всеми друзьями. Если тебе нужны умные друзья, вступай в общество Смартис. Супер! Мега! Архи! Реально! Точно интеллектуальные зазнайки! Ты одна из них? Конечно! У них много отделений. Найди местные и вступай. Я случайно подслушал ваш разговор. Нужна новая шляпа? Нет, это компьютерный магазин. Уходи. Бен, это кодовая фраза Смартис. Он пригласил тебя. Прошу за мной. Ух ты! Впечатляет! Ол! Добро пожаловать на собрание Смартис. Прошу, два свидетельства вашего гения. Одну минутку. Письмо от моего научного руководителя. Всегда ношу его с собой. И мое новое достижение – мозговерт! Чудесное устройство. Отлично. А теперь извините, я хочу глотнуть пунша. Нет, ведь вы пока не член общества Смартис. Сначала докажите, что вы необычный. Запускаем тестовую трубу. Эй, что происходит? Стойте. Я узнаю цифры. Это числа Фибоначчи. Следующее число 987. Членистоногая. Ящер. Ковалентные связи! Шестигранник, восьмигранник, десятигранник! А это пояс Ориона. Но он какой-то толстый. Наверное, наелся крабовидной туманности. Высшая оценка. Дополнительный балл за веселый каламбур. Это официальный головной убор. Добро пожаловать в Смартис. Ура! Наконец-то! Друзья! Ну и
и что я буду делать на выступлении мэра? Вот, посмотри, что придумал Хэнк. Ты можешь ловить еду ртом и всех смешить. А при чем тут проблемы города? Ну, попкорн хрустит. И ты хороший мэр, и... Короче, сам придумай. Бросай, Хэнк! Лови! Да, не знаю, поможет ли мне это как мэру, но спасибо. С травмой ноги мало что придумаешь. Знаю! Может, споешь? Но я плохой певец! Может, чуть повыше? То есть, вот так? Нет, скорее, вот так! Привет, Бен! Что это у тебя за ерунда на голове? Это не ерунда. Это официальный головной убор Смартис. Ты явно не в курсе. Это мега-архи-реально точно интеллектуальные зазнайки. О, ты же сказал Смартис. Эх, Хэнк, бездна между нами как никогда велика. О, я поняла. Бен вступил в клуб шляпников. Молодец. Вот в чем проблема. Мы говорим на разных диалектах. То есть языках? Ну, да. Так вы Смартис? Да, это моя подруга Анджела, певица. Вокалистка. Интересно, о чем ты поешь? О любви. О, и о дружбе. О любви и дружбе. Как оригинально. А ты за или против? Дай угадаю. За. Конечно, за. Бонго и Могиликати. Что? Вижу, у тебя тоже есть шляпа. Да, сегодня парад, и я хочу разыграть сценку, а сейчас вхожу в образ. О, корица и соус, я заявляю о своих правах. Это ужасно. Знаешь, кто даст тебе дельный совет? Смартис. Да, они научат меня быть зазнайкой. Что? Они не зазнайки, они умные. Эй, Том, ты готов к параду? Эй, Бен, ты расстался с зазнайками? Отстаньте от меня, я люблю их. У нас много общего. Нет, они просто противные зазнайки. Вы просто им завидуете, потому что они умнее вас. О, Бен, у нас сюрприз для тебя. Это сюрприз для всех вас. Новый мозговерт. Все переходят на нанотехнологии, но вы решили иначе. Да, но мы сделали обратную технологию – мозговывер. Периметр Солнца – 4,3 миллиона километров, а температура его ядра – 15 миллионов градусов. Солнце большое и горячее. Эй, стоп! Стоп, это же мой голос. Да, это ты. Но мы никого не забыли. Солнце большое и горячее. Солнце большое и горячее. Признаюсь, я впечатлен. Хэнк, это же кошмар. Ну, раз тебе все равно. Хэнк, это правда. Мне все равно, что они подкалывают меня. Я знаю, кто мои истинные друзья. Так что смейтесь вместе со своим Смартис. А у нас скоро парад. И мне надо к этому готовиться. Они такие глупые, что даже не обиделись. Прелестно. Мозговыверт. Том был прав. Вы действительно зазнайки. Я ухожу от вас. Я заявляю о своих правах в этом городе! Ну что это за пустая болтовня? Том, надо что-то придумать! Может, станцуем? Ах!
А? Я держал. Есть место еще для одного друга? Снова будешь подшучивать? Если да, давай быстрее. Нет, я хочу помочь. Вы мои настоящие друзья, если вы позволите. Безусловно, Бен. Безусловно. Это слово здесь неуместно. Ай, да какая разница? Танцуем танец мэра! Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».